27 выпускников Нининской школы-интерната получили аттестаты о среднем образовании. Там прошел торжественный выпускной вечер. Вчерашних школьников поздравили педагоги, родители и представители администрации Заполярного района. Отличившимся выпускникам они вручили памятные подарки. Гордостью школы в этом году стала Валентина Пестова. Она единственная золотая медалистка. Валентина активно участвовала в конкурсах окружного, регионального и российского уровней. Показывала хорошие результаты. Учителя уверены, что так будет и дальше. На выпускную со всего Ненецкого округа приехали родители учеников. Многие выпускники их не видели 3 года. Очень хочется пожелать нашим выпускникам, конечно же, стать достойными людьми, достойными патриотами нашей Родины, чтобы они выбрали нужную профессию, поступили в то учебное заведение, куда они желают. И мы им желаем успехов дальнейшей жизни. Но не только успехами в учебе могут похвастаться выпускники школы-интерната. Ежегодно из стен учебного заведения выходят талантливые ребята, отличившиеся в различных видах деятельности. У нас очень много спортсменов в этом году уходит из школы, которые защищали честь школы на спортивных мероприятиях различного уровня. Тоже очень много ребят. Еще один у нас класс выпускной получил профессию у нас в школе. Они закончили и получили образование профессиональное, художники-оформители. 11 школьных лет за спиной. Впереди ребят ждет серьезная, взрослая, но очень интересная и увлекательная жизнь. Александра Бобрикович, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».